Кредо знакомого. Это наиболее распространенный ответ нарушителя, задержанного во время совершения нелегальной перевозки пассажиров. Просто знакомый, на самом деле очередной клиент. Сотрудники ДПС в этом уверены. Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства, сотрудники ДПС и УВД города пустили в ход беспроигрышный метод – подсадную утку. На нарушителя составлены административные протоколы, он обязан оплатить штрафы, далее последуют судебные разбирательства. Лишиться автомобиля можно на срок от 12 дней до 2 месяцев. Однако таких нелегальных таксистов в Сочи за последние годы стало значительно меньше. У абсолютного большинства с разрешительной документацией все в порядке. Каждый год у нас приезжают все новые и новые таксисты, образуются новые и новые нарушители. Да, конечно, можно сказать, что благодаря сотрудникам и ДПС, и ГИБДД, и нашим сотрудникам, уже большая часть таксистов, которые занимаются услугами по перевозке пассажиров, ну, можно так сказать, выходят из тени, да, легализовывают свой бизнес. Но эта работа еще далека от идеала, но мы к этому стремимся. Таксисты часто нарушают правила стоянки. Встретить на автобусных остановках белые ряды такси – не редкость. Хотя по правилам эта зона предназначена лишь для посадки и высадки пассажиров. А для длительной стоянки есть специально отведенные места. В городе Сочи 37 таких стоянок для такси, которые оборудованы специальным знаком 5.18. С общим количеством машин и мест порядка 172. Рейды по выявлению нелегальных таксистов будут проводиться на регулярной основе 2-3 раза в месяц. Во время курортного сезона контроль над перевозками будет усилен. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.